Друзья, я нахожусь на твинке, и, блин, это капец. Я не знаю, почему я вот так вот прокачал Пеку, прокачал Хога, и все, и забил. Все, разыгрываю аккаунт и не играю. Я не знаю, почему. Сегодня я так по фану зашел на него, сыграл пару каток. Это такой кайф играть 8-й Пекой 11-м Хогом, друзья. Я, вам не передать. Я сейчас буду АП 4300. Не знаю, почему я остановился. Можно было еще выше, конечно же. И 4600, и 4900 можно. Я просто не знаю. Просто забил и все, думал, да, все, больше не смогу. На самом деле смогу и надо было, но уже время, сколько, ну, осталось 2 дня, вряд ли я успею, потому что на выходных я буду отсутствовать, еду на отдых, поэтому вряд ли смогу апать кубки. Также, ребят, напоминаю, этот аккаунт разыгрывается, уже длится конкурс, но вы можете еще принять участие. Все, что вам нужно, это подписаться на мой канал, на группу, на ульта подписаться и добавить меня в друзья ВКонтакте. Это очень важно. Я подробные условия оставлю в описании, если вдруг вы еще не в курсе, что этот аккаунт разыгрывается. И 8 или 9 числа я его разыграю на стриме. Кому-то на халяву уйдет Пека либо Хог 11 уровня. Многие писали, ты охренел, зачем ты разыгрываешь, там минус гемы, его забанят. Не забанят его, ребята, не забанят. И насчет минус гемов я говорил, что здесь было еще больше количества гемов в долгу. Я некоторый час погасил. И тем более, что вы участвуете в конкурсе совершенно бесплатно. Вы ни копейки в него не вложили, а я вложил деньги. Поэтому мне есть терять, что если ее вдруг забанят. Но его, ребят, не забанят, поэтому... Обязательно участвуйте, возможно, даже, возможно, если у меня все получится, ну, на это мне нужно время. Я, возможно, этот кредит, долг закрою. Обязательно участвуйте, в условиях я оставлю, ой, в описании оставлю условия на участие в конкурсе. Подписаться на канал, добавить меня в друзья, на группу, репост. И самое главное, переходим к онлайн-каткам. Ребята, вот сейчас внимание, все слышите? Пожалуйста, внимание, не пропустите эти слова. Просто в прошлом ролике я видел, что многие не услышали. Главное условие, если вы участвуете в конкурсе, вам обязательно нужно заскринить, где вы подписались на мой канал, подписались на паблик, добавили меня в друзья. Просто... Там 4 скриншота нужно сделать и прикрепить их у себя на стенке. Если вы этого не сделали, знайте, я буду перевыбирать победителя. Если вы участвуете и вдруг только это узнали, измените это, опубликуйте 4 скриншота, то, что вы подписаны на мой канал, подписаны на паблик, на оба канала, добавили в друзья. Все, это очень важно, потому что, ну, мало ли, чтобы потом мне говорили, а я не слышал. Все, я вас предупредил, а теперь поехали АПА 4300 на твинке. Блин, я вот только что поиграл, я просто кайфую от 8-го пеки, пацаны. Я вот, кто выиграет этот аккаунт, я думаю, что вы тоже будете кайфовать, потому что мне некоторые бустеры тоже удивлены возмущением большинства зрителей, ну, читают комментарии под тем роликом, где я разыгрываю этот аккаунт. И они удивляются, что большинство ноет, что на аккаунте минус гемы. Бустер говорит, если никому не надо аккаунт, то отдай мне. У меня даже на аккаунте еще нету 8-х эпика, у меня 7-й пека, я бы с 8-й с радостью по фану поиграл бы. Я говорю, я не знаю, почему они ноют, я же как будто специально минус гемы сделал. Это разработчики так, ну а что теперь, аккаунт не нужен никому? Если не хотите, не участвуйте, вас никто не заставляет. Ну реально по кайфу, 8-й пек, 11-й хог, блин, просто класс. Так, вот смотрите. Сейчас бы задефать этого. Если бы чуть-чуть раньше я бы сделал, я бы задефал палача. Смотрите, у него 5-й пек, а у меня 8-й. Чувствуете преимущество? Оу. Тоже так, как я. Делает только у него вышки 12-е и наносит урона по... Ну, у меня там хок, ладно, 11-го. Ну, блин, охренеть! Он намного больше урона нанес. Фух, я думал, последнюю тычку если сделает, то все. Только... Я не понял, а нахрена у него пека и мега-рыцарь? Он чё, этот? Блин, а кто? Кто так играет? Ну, слишком что-то у него много таких тяжелых карт. Ну, ладно. Я думаю, это ему же во вред, потому что это стоит недешево удовольствие такое. Ставить пеку или не ставить? Да, поставим пеку, он слил мега-рыцаря, мы сейчас быстренько мега-рыцаря уничтожим. И все, и пойдем дальше. Отлично. Даже если он и пеку поставит... Да не, у него не хватит эликсира на пеку. А если и поставит, то, ребят, мой пека его 5-ю пеку просто нагнет. Смотрите, что происходит. Давайте зап... Тихо-тихо, Хога не трожь! Вы видели? Пека замахнулась на Хога уже. Изи, просто изи, ребят. Это кайф играть на таком аккаунте. Это просто классно. Я не знаю, что я забил, вот реально
прокачал его и забил. Вот надо было забивать, когда он не был прокачан. А сейчас с классной прокачкой нужно реально наслаждаться этой игрой. Я вот сейчас кайфую реально. Так, ну давайте Пеку поставим. Тыкс. Их, сучка-то, а. Урон-то нанес. Ай, мега-рыцарь, слушайте, а вы... Плохо все. Все очень плохо. Все очень-очень плохо. Так, элитки сюда. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой, вы представляете, что я наделал? А ну, может, он не заберет еще вышку? Фух, он не забрал, смотрите. И фаербол не добивает. Ебой! Он сам себе во вред сделал то, что взял и мега-рыцарь, и Пеку в деку. Это бред, ну зачем так, такое делать? Это две дорогих карты, которые не сочетаются в одной колоде. Либо мега-рыцарь, либо Пека. Тут ему нужно было определиться. И вместо чего-то бы он взял фаер, и все. Ну что, еще две каточки, понеслась. Так. Блин, класс. Не знаю, почему такое чувство. Ну, я огромное удовольствие сейчас получаю. Почему-то тогда... Ну, я просто расстроился, что гимы минус 0. Это все и на основном аккаунте тоже пригрозили баном, еще чем-то. И, наверное, из этого настроения просто, блин, мне тогда так накипело. Я просто реально был готов плюнуть на все и забить на игру. Вот. Потом немножко градус подостыл, и я снова начал задротить. Ну, ребят, все равно аккаунт разыгрывается уже назад, типа не отменить ничего. Бля, не успеет, да, дух? Успел. Успел, но Пека тычку не... А, о, нормально, нормально, он еще армию скелетов слил. Вот это он зря. Это он зря, сейчас хога закидываем. Все равно я буду начинать новый проект в новом сезоне, как и планировалось. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк. Потому что будет новый проект, который я тоже в конце разыграю. Так, 4200, 13 миньоны. Нормально, нормально. Так, зап. Да давайте потратим зап. Плевать, что у него колода байт на зап. Ну просто я сейчас увидел у него... Ах, элитки, как же мне с вами быть? Как же мне с вами быть? Давайте одного варвара, короче... Ох, одну тыку сделал. У элиток длинный меч. Двухсмысленно звучит. Как-то какие-то пошлые мысли сразу в голову лезут. Ну просто элиток всегда сравнивают с геями, поэтому говорить, что у элиток длинный меч, как-то... Ладно, проехали. Так, окей. Ставим... Ах ты ж паскуда. Надо было элиток выбрасывать. Минус Пека. Ну ничего. Коргик с элитой? С палачом? Тварь. Просто ненавижу. Просто посмотрите на это чудовище. Мудила. Я ненавижу его. Я его ненавижу. Так, сейчас элитки пойдут. Боже, что делать? Ну все, это минус башня. Минус башня, здесь палач. Фаербол еще кидает даун. Так. Только не уничтожай моего палача. Фух. Поехали. Так. Нужен зап на армию скелетов. Давай, армию скелетов. Зап. Так, колдун пошел вон. Пошел вон колдун. Урон. Пошел урон. Так, нормально. Сейчас, короче... Самое главное задефать. Так. Давайте стражей. Даун просто. Как можно быть таким дауном? У меня палач стоит, дамажит, а он, короче... Зря я слил, короче, зап. Мне армии скелетов будет нечем задефать. Колдун, отвали! Отвали, колдун, блин! Жесть. Так, пацаны, смотрите. Делаем заход такой вот. Так. Зап. Да быстрее сдыхай. Давай тычку. Блин, я проиграл Коргигу. Сейчас он просто выпустит Коргига. Все. Элитки, пожалуйста, может вы спасете еще? Может еще не поздно? Ах, все. Тихо. Может еще не поздно? Тихо, нет. 13-й, да? 13-й элитный этот. Элитный варвар и 13-й коргик. Ух и чепуха. Как меня такие бесят дауны, как он.
просто для тебя отдельный котел в аду, мудак. Палач, колдун, пламенный дракон, элитные варвары, кургик. Фу, просто, просто все, все, остынь, все хорошо. Фу, бля, просто выбесил. И торнадо мое, четвертое. Целую вечность убивала, убивала скелетиков этих армии. Я просто рассчитывал, что он не быстро сдохнут, и Хок бы сделал бы две тычки. Ладно. Этот ДЦПшник все равно выше не поднимется. И это, кстати, знаете, вроде бы так ему, сука, и надо, но с другой стороны, мне жалко вас, что он вам будет мешать, этот идиот, просто этот идиот с кургигом 13-м и элитками 13-м. Да, я тоже с 13-м, и да, я тоже с элитками, не 13-ми. Но это по фану элитки, это не моя основная дека. А этот дебил на полном серьезе играет и не может подняться. Вот меня бесят они. Бесят, и пускай он, я не знаю, ладно, не будем ему там желать... Ничего плохого, ну, немножко негатива он себе напросил. Фух, блин, как меня бесит, как я ему проиграл. А, просто жесть. Ладно, сейчас будем лечить раны, выигрывать остальных. Ну, давайте палач. Ой, я хотел палача кинуть не так, ладно. Просто капец. Не кидайте так палача. Я хотел, знаете, я думал, что он станет так ровно и будет топор лететь ровно на трех миньонов. Надо было вот так, вот здесь палача кинуть. А я. Я дебил. Короче, забейте. Так, ладно. Блин. Ребят, на самом деле, если я сейчас буду играть еще 3 катки онлайн, то это будет видос минут 20. Я, наверное, следующую каточку, наверное, вырежу. Ну, чтобы вы не смотрели, ну, я не знаю, нравятся ли вам длинные ролики или нет, но, тем не менее, сделаю, чтобы выпуск был как можно короче, потому что будет больше 20 минут, если я этого не сделаю. О, Хокушка сделал тычку, отлично. Так, да блин, не угадал с палачом, не повезло, не фартануло. Я даже не знаю, что делать там. Давайте элиток закинем, потому что нам добивать нечем вышку. Так. Окей. О, отлично. Один варвар пошел куда надо. Так, тут у нас пека. Так, тут у нас... Я не знаю, почему я еще с помощью торнадо не активировал вышку. Так, торнадо. Хорошо. Точнее, ничего хорошего. Осталось 480 хп. Но я думаю, он не успеет добить. Правильно? Вряд ли он успеет добить. Нет, тут не хватит одной молнии. Фух. Так, отлично. И нам от... И все же остается две игры. Я, наверное, сейчас каточку быстренько вырезаю, либо ускорю. А последний бой, естественно, будет на видос. Итак, ребята, я погнал. Надеюсь, выиграю. Вы лайк поставьте, чтобы выиграл. Сейчас вот так вот по щелчку будет победа. Пау. И вот я, ребята, выиграл. На 3 короны. Это было изи против спеллбейта, короче, играл, который шахтер, инферно, армия скелета, ой, орда миньонов, принцесса, короче, ну знаете, давайте я вам покажу, это такое всем интересно. Вот, вообще на изи у него шансов просто не было. Была бы армия скелетов у него вместо стрел, он просто сам, наверное, сюда взял стрелы, там, не помню, там армия скелетов должна быть. Вот, может быть, еще были бы у него шансы, а так вообще без шансов. Так, ух ты, вот у меня армия скелетов, кстати, выпала, только заговорили о ней. Ну что, все, поехали, последний бой, и я на 4300. Я даже не прикоснулся к его вышкам. Хотите увидеть, какая у него колода? Хотите? Давайте я вам покажу. Пожалуйста, смотрите. 11-я хижина гоблинов, 10-я хижина варваров, элитные варвары, мать его ёб, коргик, 13-е миньоны. Сука! Короче, ребят, я только что пытался, уже нету времени, мне реально нужно уходить, я никак не могу взять 4300. Вот только что выиграл чела, вот просто посмотрите, у него инферно и у него печка. Инферно у него 8 уровня, печка у него 11, то есть баланс деки, как и у меня. Ну, просто бред, конечно, инферно и печка, то есть капец зданий дефа. Потом тут разные пеки с дровосеками с Теслой, элитные варвары с этим... С шариком, короче, тут такой трэш, пека с гигантом, вот элитки с печкой 11-й, спарки с торнадо, вообще меня просто вынесло, коргик вы уже видели. Фух.
Без шанса, пацаны, без шанса, поэтому гоу последнюю катку, 4200. Не, ну как, шансы есть, естественно, 4300, я думаю, я бы сделал 100%, потому что, ну, раз 4270 сделал, то последнюю катку оставалось, то есть одна игра оставалась, естественно, я бы еще, если попытался, попотел бы немножечко, да, время побольше потратил бы, естественно, бы, я думаю, что получилось бы у меня взять. Ну, у меня нету времени реально, поэтому это последняя катка. Я, честно, ребят, искренне сочувствую. И мне очень жаль, кто играет без доната на таких кубках. Мне реально вас жаль. Вот реально я вам сочувствую, потому что это такой бред. Это тут такие дебилы играют перекачанные, что я... У меня нет слов. На... С 11 рарками на 4200, ну вы серьезно, вы прикалываетесь? Ну у меня 11 хок, потому что это по фану. Вы знаете, что это проект я вкинул специально по приколу. Хок выкачал до 11, остальных нет. А эти же люди, они... Они реально вот прокачаны так и сидят, и выше подняться не могут. И, блин, я понимаю, что вы бомбите, когда видите мою прокачку. Потому что из такой прокачки, как у меня, да, на таких кубках, вы не можете подниматься. Но, ребят, вы знаете, что у меня есть основы, вы знаете, где я сижу. Этот винг, это фан, тем более, вот 4300, честно, я не могу поднять еще из-за того, что колода у меня... не очень, честно. Блин, была бы колода получше. Вот следующий проект, вы увидите, что я сделаю 4900 как минимум в следующем проекте. Ну, если у меня получится все сделать, на самом деле. Я так рассчитываю. Вот. С нормальной декой я однозначно сделаю рекорд. Хороший рекорд. Так, ну давайте. Так. И, ой, боже мой. Зап. Боже мой, сколько урона. Так, сейчас принцесса, давай. Давай принцессу свою. Интересно, инферно есть? Ладно, не хочет принцессу. Значит, пока задефаем шахтера. Так, сейчас один страж добьет принцессу. Тик, тик. Отлично, добил. Я, конечно, вышку потерял, но ничего страшного. Так, мне надо торнадо. Мне надо торнадо, чтобы быстренько мага его подтянуть и уничтожить. Зап, пау, все. И второй пека пошел, смотрите, оп. Вот это я прокрутился, скажите. Не, ну а нехер брать мага и принцессу в одну деку. Еще и варвара, смотрите. Ух, какой, блин. Опасный. Так, ледяного духа давайте закинем. Все, там трешка. Все, пацаны, 4200. Честно, мне по кайфу играть с 7 пекой. Ой, 8 пекой. Но, блин, очень печально, что конкретно такая ситуация с противниками здесь обстоит. То есть, поверьте, я когда апался и был на таких кубках раньше, не твинком, основой, такой херни не было. Серьезно, вот то, что я сейчас тут встретил, это дисбаланс, это пипец просто... Не знаю, либо это уже норма, такая прокачка. В общем, спасибо вам за просмотр. В любом случае, участвуйте в конкурсе, забирайте аккаунт. И те эксперты, которые, может, в комментариях напишут: да я бы с такой прокачкой сидел выше. У тебя есть такая возможность, выиграй этот аккаунт и поднимайся выше. Всем удачи и всем пока.